Выставку назвали просто, но емко. Две школы, одна традиция. Оба художника в этом году отмечают 70-летие. Борис Медведев, член Союза художников и Союза дизайнеров России, в 2009 году стал лауреатом национальной премии в области дизайна в номинации «Дизайн-педагогика». Художнику объявлена благодарность Министерства образования и науки. Произведения Медведева хранятся в Третьяковской галерее, Сочинском музее, Астраханской картинной галерее и Астраханском историко-архитектурном музее, а также в частных коллекциях России и за рубежом. Второй юбиляр Константин Тропицын в свое время окончил отделение монументальной живописи, член Союза художников, участник всероссийских и международных выставок, награжден профессиональными дипломами Российской академии художеств. Его работы находятся в музеях, в частных и корпоративных собраниях в России и других странах. Но все эти биографические вехи – лишь штрихи к главному. Оба мастера не мыслят себя без своей профессии, поэтому и отмечают юбилей особой двойной выставкой. Вход на нее свободный. Вернисаж будет открыт до 30 сентября.